Смотрите, каждое воскресенье по телевизору Светлана Конаген. Здравствуйте, да, это я, бич российской реальности Светлана Конаген в самой экзальтированной и ханжененавистнической программе «Дебилокатесы». Если вы поругались с начальником, на вас наорала жена или затопили алкоголики соседи, то только моя программа окончательно испортит вам настроение. И сразу же шоковая информация. Юбилейный концерт укупника в Кремле. Он назвал его неужели 50? Неужели кто-то пришел? Вот что мне, собственно, хотелось бы добавить. Дальше хуже. Филипп Киркоров перепел Рики Мартина, Таркана, переозвучил Ричарда Гира, а в дальнейших планах нашей звезды перерисовать Ван Гога. И отксерить Достоевского. А дальше лучше. Сегодня у нас в студии замечательная легендарная группа Ялла. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Садитесь. Дело в том, что Ялла стала в последнее время очень Ага, вот так вот, значит, да? Ну, хорошо. Тогда я поясню всему молодому поколению и, естественно, Камолову, кто вы. Группа Ялла. Их суперхит «Учкудук, три колосса, защити нас от солнца» стали символами советской эстрады 70-х-80-х годов. Ваши мамы наверняка помнят, как называли советские газеты этих некогда популярных парней. Узбекские Элвисы. Битлы пустыни. Металлика в халатах. Пинк Флойды Ферганской долины. Лос Басмачос. Ну и, наконец, барханная Абба. Кстати, в названии Абба зашифрованы названия участников группы. Анна Фрид, Бьорн, Бенни и Агнет. А что означает ваша эта Ялла? Я левые люди и аранжировщик? Да? Нет. Ну что ж, спасибо за полный ответ, продолжаем. Ну что, ребяточки, мы тупим. Не тупим, а давайте все-таки в конце споем, потому что сейчас ТВЦ закроют, мебель опишут, да, и все. Конечно. Прощай, канал, до свидания, увидимся в Бишкеке. Ну что, поем? Конечно. Только не учкуду. Мы слушаем эстрады уже 30 лет. Ялла — это целая ветра. А завтра мы будем с концертом. Спешите! Из Москвы еще можно уехать! Спешите! Спасибо, ребята! До свидания! До свидания! Ну, как вам? Дальше еще хуже. Немногие знают, что в поисках нового дупла дятел способен пролетать до 80 километров. Представляете? 80 километров со старым дуплом. Ну вот, собственно, и все на сегодня. О стоматологе Робин Гуде, отбирающего коронки у богатых и отдающего их бедным, мы поговорим в нашей следующей программе. А она, как вы понимаете, уже не за горами. Здравствуйте, в эфире «Дебиликатесы». И сразу шок. Оказывается, что, как и в Америке, у Элвиса Пресли, в нашей стране существует фан-клуб двойников Михаила Боярского, фанаты которого собираются в городе Боярске каждый год. Скажите, нормальный человек будет на это смотреть? Нет. А вы посмотрите. Черт побери, канале! Фестиваль боярской песни в самом разгаре, а у нас ничего не готово! Тысячи чертей! Согласен. Сколько у нас боярских, сударыня? Четыре! Как?
4000 боярских из Новобаевска. Так. 4 сотни из Солды Курганов. Ага. И 444 боярских с Сибири. Салями. А что такое? А, это же мой мобильный, да. Алло, хор готов? Ну где же эти тысячи чертей? Мы здесь, сударь! Один за всех? И все! Достаточно! Боже, какой экипаж! Откуда вы, щенок? Из Астрахани, канарья! И сколько же вас, нас таких в Астрахани? Не ваше дело! Что? Дуэль! Дуэль! Черт побери! Откуда у бедного гасконца столько перчаток? А черт! Я здесь, сударь! Боже! Неужели вы тот самый Михаил Галу-Галу? Боярский! Галу-Боярский! Но если вы тот самый Голубоярский, то вы должны знать все песни своего великого отца. Проверьте меня, сударь. Ну, например, вот эту. Это моя любимая песня, черт возьми, я знаю наизусть. Посмотрим вновь о том, что день уходит с земли. В час вечерний спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним. Вспомнил, да. Все пройдет. Все пройдет. И печаль, и радость. Да. Все пройдет. Все пройдет. Один тот же день, черт возьми. Так. Ага, ага. Забыл, канарья. Защищайтесь, черт возьми. Оп. Оп. Сдается мне, сударь, что вы деревянный. А мне сдается, сударь, что вы хотите обидеть нашего директора. Что? Вы хотите умереть? Нет, что? Вот так. Прекратите истерику. Распоемся. Вчера купил 12 дынь. Дынь. Это опять ты, щенок? То есть ты хочешь сказать, что ты поешь лучше, чем Д'Артаньян? Пожалуй. Пой. 3-4. Есть краска в парке, черный брук. Там птицы не поют. Деревья не растут. Тартос помылся тут. Господа, мы едем в Лондон бить фанатов Березовских. Ну, как вам? А нам с вами осталось посмотреть, чтобы окончательно не уснуть этой ночью, финальную песню команды КВН «Утомленные солнцем». Смотрим.